Аллилуйя. И сейчас я такая, взрыв. Всем привет, с вами Маша. И Денис. И сегодня у нас покупочки. Фикс прайс. Недавно вышло видео, где мы с Денисом менялись подарками из Фикс Прайс. Кто не видел, обязательно посмотрите, потому что это того стоит. Ну а сегодня мы купили всякие разные штуки для себя в Фикс Прайсе. На какую сумму рублей? Я купила на 1200. А я купила на 2 с чем-то тысячи. Сейчас я покажу. Реально? Да, у нас был вообще лимит 1500, но настолько всего много было в Фикс Прайсе, что я просто офигела на кассе. От суммы я потратила 2391 рубль 60 копеек. Это не один пакет, у меня их два. Короче, вот таким вот образом выглядят мои покупки. И вот таким вот образом выглядят покупки Дениса. И вы должны определить, кто потратил более разумно деньги, кто купил более интересные, классные товары и чьи покупки выбрали бы вы. У нас такой челлендж, вы решаете и голосуете за нас в комментариях, но мы готовы вам начать показывать, что мы сегодня купили. Я оставлю пока что вот этот пакет на столе, а тот огромный, я уберу вниз, потому что там очень много чего. И тот напоследок оставляю тоже. Давай скинемся, кто будет первый счет доставать. Раз, два, три. Никто никого не видит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Yes, я первый. Доставай. И первая покупка у меня вот такая. Это я себе купил под всякую ерунду. Понятно. Моя первая покупка. Вот такая. Это LED-светильник в форме кактуса. Там были в форме. Здесь нужны батарейки. Я знаю, что ты купил батарейки. Да. Это моя следующая покупка. Батарейки. Здесь нужны батарейки, вроде бы толстенькие, 2А. Я не покупала батарейки в этот раз, их купил Денис. Реально, это твоя следующая покупка? Ну, а чё бы нет. У меня просто покупок мало, я так понимаю, в два раза меньше. Судя по цене, да. Как обычно, если ты скупил. Да они просто дорогие, светильник 200 рублей стоит. 200. Ну, все дешевое, честно говоря. 200, понимаете, 199 рублей. Если раньше фикс прайс, я приходила и набирала все то же самое на 1500 рублей, мы снимали с Денисом челлендж. Сейчас я набрала, в принципе, так же, как и раньше, только оставила там 2300. Просто все дорого стало. Если он не будет работать, я буду плакать. Не, он не работает. Он реально не работает? Ну это же пипец, ребята. Сколько стоит? 200 рублей и не работает. Я все правильно вставила, вот, пожалуйста, вам доказательство. Просто не работает. Светильник, блин, я так о нем мечтала. В общем, первая покупка у меня не увенчалась успехом. Светильник не работает. Выкидывай сразу. Почему выкидывай? Нужно вернуть его. 200 рублей, офигеть, вообще, пусть поменяют. Я его поставлю пока здесь, пусть тусуются. Дальше у меня покупка. Вот такая вот фунчоза. Никто и не сомневался. Ладно, у меня к твоей фунчозе есть вода. Не, я одну купил тебе. А, ты две купил? А, вторую себе. А, типа мы вдвоем будем кушать, сидеть и устроим вечер китайской кухни с устричным соусом, с грибами, шиитаке. Ты меня позвал в ресторан. Шиитаке. Мы с Денисом сегодня вечером отправимся в китайский ресторан на двоих на нашей кровати. Он называться будет фунчоза сенсой. Будем смотреть сериал какой-нибудь китайский есть. Моя следующая покупка — это набор гелевых ручек с конфетти. Их тут две штучки, то что я тебя тоже не объявила. Посмотри. Смотри, какие они крутые. Офигеть, боже. Они там переворачиваются. Офигеть. Пуря в стакане. Я такого могла только мечтать, мне кажется, в детстве. Самое главное, чтобы они писали. Давай посмотрим. Они такие крутые. Единственный, мне кажется, минус этих ручек, то что они очень быстро закончатся, потому что вот здесь вот такой вот стержень. Ты бы что написал? Смотри, 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 смотри. Внимание, смотри. Угу. Круто вообще. Вообще, просто я не могу. Кто знает, что я написал, пишите в комментарии. Переходим к следующей покупке. Давай, показывай. Так, следующая покупка у меня вот такая вот. Опять еда. Это чипсики. А я купила вот такой вот стакан под ручки, смотрите, в виде кактуса. Я намекала Денису, что хочу этот стакан, но мне его он не подарил, поэтому пришлось покупать самой. Стоило, кстати, 99 рублей, я считаю, что это дорого. Я думала, стоить будет 55. Вот поэтому у меня и набралось 2300. Нет, я не буду. Я на диете. На ПП. Ем бургеры. Бургеры. Смотрите, что у меня следующее. Ты на ММ. Это что значит? На Макдональдсе. Это правда.
Да ладно. Опрыскиватель для волос парикмахерский. Я так долго выбирала, там был черный, серебристый, вот такой вот фиолетовый. Следующая моя покупка. Ты еду одну купила. Это, короче, Байкал, ванила. Ой, пробуем. Я бы попробовала. Это как типа Кока-Кола ванила, только Байкал ванила. Да-да. Ну, я решил затестить. И вот такой взял еще, Тархун. Я думаю, сделаю тест. Ни разу такого не пил. Это так вкусно. Это вкуснее, чем даже кола. Тархун неплохо. Кстати. Но по вкусу совсем не кола. Ты решил, фу, как воняет, я не буду пробовать. Реально, Байкал тоже вкусный. Я все-таки это сделала, и это было невкусно. Вкусно, все, все. У нас есть вода. У нас воды, кстати, в доме нету. Но да ладно. Ты купила воды? Я купила воды, но я ее купила не для этого. Допустим, я захотела себе влажные волосы сделать. Я не знаю, зачем это нужно. У меня волосы сильно кудрявятся от влаги. То есть я напрыскала, они типа закудрявились. Ты повлажнее. Нифига, ну, ты меня увлажнил. Неплохо. Вообще классно. Кстати, стоило вроде бы 55 рублей. Я надеюсь, если мне она стоила 100, у меня будет просто шок. Пшикало хорошо. Класс, можно на тебе на голову пшикнуть? Все, мокро, мокро, холодно. А ты на меня прыскал, блин. Внимание. На самом деле я эту воду приобретала для портативного увлажнителя. Один увлажнитель мне Денис подарил. Не но работает. Он не работал. Сейчас мы проверим, будет ли этот увлажнитель работать. Давай. Внимание, тест. Если сейчас этот увлажнитель не будет работать, это просто понимаете, 400 рублей уже только из нашей семьи потрачено на этот увлажнитель из фикс-прайса, да. Никогда их не покупайте, если он не будет работать. Увлажнитель? Алло! Вы там чё? Вообще все оборзели. Аллилуйя! Он горит! Аллилуйя! Аллилуйя! О, работает! Этот увлажнитель называется ультразвуковое распыление. Нормально сказал, называется. Ну, короче, как он увлажняет? С помощью ультразвукового распыления. Объем всего лишь 40 мл, и это эргономичный дизайн. Это все, что написано на упаковке. Я не понимаю, если честно, как он... Типа, из нормальных увлажнителей хотя бы немножечко пар выходит. Мне кажется, нас где-то обманули. Не совсем понимаю. Ё-моё, это магия, стряски. Уже классно. Да зачем там мокро все будет? Мне нравится. Че, я уже покрылась потом? Или как-то увлажнена, нет? Мне кажется, да. Да, я реально, я уже блистаю. У меня кожа должна блестеть сразу. Волосы увлажняем. Классная штука вообще вот такая вот. Фикс прайс, вы что там, вообще что ли, оборзели? Хорошие увлажнители. Смотрите, что я купила, фен. За 199 рублей, я его очень хочу проверить. Складной корпус, два режима работы. Надеюсь, что он не взорвется. Так, а я что там хочу проверить? А я хочу проверить лимонад. Надеюсь, не взорвусь. Там все видно, просто посмотри, все из чего он состоит. Какие-то спиральки. Если, короче, вы сейчас будут... все это посмотрите, увидите и офигеете. Блин, надеюсь, сейчас не выбьют все розетки. И да, вы теперь узнали, наверное, что я в домашних штанах. Если нет, то теперь точно узнаете. Нормально, это первый режим. Он так воняет, чувствуешь? В общем, он работает, как вы видите, это удивительно. Это трэш, трэш, Маш, выключай. Он очень сильно воняет, то есть он воняет уже паленым пластиком. И на самом деле даже становится немножечко страшно. Кто им уже пользовался, пожалуйста, напишите опыт вашего использования данного фена. Мне будет интересно, не взорвался ли он у вас. Также сразу же хочу проверить вот такие вот щипцы для завивки волос. Я их купила также за 199 рублей. Также в фикс-прайсе. Ого, смотри. Но у меня по-прежнему лимонад. Что, ты все больше ничего не покупал? Будешь пробовать? Нет, я жду, когда закончишь. Ёперный чадр. Из установки просто разбиваешь. Просто посмотри. Они уже как будто разваливаются. Я не понимаю, ты говоришь, посмотрите. Ну вот смотри, я беру, оно все трясется, понимаешь? Здесь просто разрез вот такой вот. А, типа дерьмово сделано, да? Ну да, да, тут просто видишь, оно все расходится. Так это же 200 рублей, ё-моё. Все трясется. Чу его, пусть нагреется, и мы с вами попробуем. Запасайтесь попкорнами. Сделать мне какой-нибудь локон. В общем, включена красная кнопочка, горит. А я надеюсь, что здесь на кухонной поверхности ничего не произойдет. Сейчас я такая, взрыв, съехала.
В общем-то, уже опасные эксперименты здесь у нас происходят. Дальше, дальше я показываю. Давай. Ты что, остановись? Женщина, антидождь. Ты это купил? Ага. Ура! Короче, его затащу, если не выкину. Это такая штука, которую прыскаешь типа на окно машины, и у тебя весь дождь скатывается и типа не остается на поверхности. Я мечтаю о такой штуке, потому что ни черта не видно, когда идут дожди. А у нас тут постоянно, блин, идут дожди, уже задолбалась. Дождь, 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 24 на 7. Нет, она говорит вот так. Екатеринбург, алло, вы что там, вообще что ли оборзели? Моя следующая покупка очень важная, наверное, в хозяйстве. Первый раз такое увидела. Нифига, это что за салфетки гигантские? Это влажные полотенца для всей семьи. Это тебе, да, в сумочку? Так, досталось сразу две штуки. Да, они обычные. Большие салфетки просто влажные, хорошие. Руки можно вытереть. Ну да, так, так гигантские, конечно. Нормально, ну неплохо. Я буду пользоваться, мне нравится. Размер полотенца XL. Слушай, ну прям для тебя, я считаю. Ладно. Как ты считаешь? Да, считаю, да. Вот так вот тебе надо mm-hmm. делать. Прекрасно. И мы переходим к следующему и этому. Следующий товар у меня, это болтики. Ой, болтики. Смотри, помнишь, что ты мне подарил? Просто, чтобы вы понимали, вот эту штучку мне подарил Денис. На обмене подарка мне из Фикспрайса. Но я купила то же самое. Просто мы хорошо знаем друг друга. У меня теперь есть две такие штучки. И я тебе предлагаю единорожку наклеить на твой телефон. Окей. Мы будем просто всегда модны. Смотри, смотри. Офигеть. Это Фикспрайс? Ты не обманываешь? Только она не вот. Как понять, что это Фикспрайс? Она не закрывается. Она не закрывается. Но зато она эффектно открывается. Давайте проверим вот эту вот штуку. Найдем самый прямой локоть. Нагрелась? Не знаю. Не знаю, не хочу трогать, я сейчас пойму. Вот смотри, в принципе прямая, да, вот эту штуку. Берем. Блин, она не держится. Да не надо, ты что, она сейчас сломается. Блин, она не накручивается, как вы видите. В общем, закрепляем тогда здесь. Я просто кручу крайне редко локоть, вообще никогда. Смотри, смотри. Держатели. Ты будешь выдыхать. Денису курит, шо контент. Сейчас нас скринят и будут говорить, что ты куришь, ты понимаешь вообще? Я надеюсь, что волосы у меня здесь не сгорели. И эта штука работает. О, боги, она закрутила ей в бигудю. Кто хочет, чтобы я протестировала эту штуку полностью на всей длине волос, соберемся, давайте 100 тысяч лайков. И я тогда высушу волосы. Ну, знаешь, мне страшно за свои волосы, они у меня очень просто сухие. Из-за этого мне крайне страшно. Я не пользуюсь вообще вот такими вот штуками, потому что, ну, нельзя мне на моих волосах. А тут, если вы соберете лайки, я как блогер на лайки клюю. Поэтому, если хотите, я затестирую все эти штуки, еще куплю щипцы для урепрямления, всякие штуки для волос там и так далее. И мы сделаем мне прически из Фикспрайса. В общем, пишите в комментариях, какую тему видео мне сделать, там, с прическами, может быть, из Фикспрайса. Проверяю там все штуки для волос из Фикспрайса. И собирайте 100 тысяч лайков. Теперь дальше, моя покупка следующая. Это, короче, вот такие вот шипучки. Ты что одну жратву-то набрал? Ты сказала, что хочешь, то и покупай. Ну так это же не весело. Это весело, мне весело. Пробуем. Со вкусом апельсина, лайма и колы. Ну неплохо, ладно. Слушайте, вкусная тема. Моя следующая покупка должна понравиться Денису. Я купила кабель для зарядки телефона, а именно айфона за 77 рублей. Смотри, как стильно. Ого, офигеть. Вы посмотрите, какой он стильный. Я всегда хотела зарядку браслет. Давайте проверим, вообще будет работать это или нет. Сейчас я принесу пауэрбэнк, и мы с вами затестируем. В общем, ребят, я уже с пауэрбэнком. Денис продолжает курить этот выдуманный вейп. Идет заряд, вы представляете, 90%. Знаете, за 77 рублей где-нибудь там позаряжать в экстренном случае, да. Я считаю, что сойдет, можно. Но не на постоянной основе, а то телефон взорвется. Следующая покупка. Что это? Это у нас будильничек. О, какой он красивый, он похож на Баксика, мне кажется. Он такой же вот милый. Вот чтобы мы больше не просыпали. Ой, вообще ненавижу, когда что-то просыпаешь. Смотрите, какой красивый, классный, да? Но только как-то под сомнением мне его устойчивость на столе. Согласен, согласен. Вот так вот надо делать. Я думал, знаешь, короче, он звенит, вот так делает. Да-да-да. Типа. Да-да-да-да-да. И взял его, короче. Ого, как в рекламе. Четко. Еще купила вот такой вот гель для рук антисептик. Кто знает, где я такой еще покупала, пишите в комментариях.
только избранные знают на самом деле. И мы переходим к моей следующей покупке. Это уже опасно. Смотрите, что я купила. Это подушка в форме пончика. Пончика, который так любит Гомер Симпсон. Это тебе, кстати. Спасибо. Потому что ты мой Гомер Симпсон. Следующая покупка у меня. Подожди! Ты сейчас офигеешь, зая. Вот напокупала барахла, говорю же. А ты чего? Так, теперь будем собирать. Это называется скоростная петля, между прочим. Мы будем собирать один набор? Два будем. Мы соберем две, и они вот так вот из одной петли в другую петлю. Ребят, смотрите, какой трамплин-парк мы сейчас собрали. Вы просто будете в шоке. Давай, показывай. Фига она улетает, даже не отдавался. Это фигня, вы просто посмотрите, как я сейчас запущу свою тачку. Да и так она... Вы просто посмотрите, нет. Это просто пушка, я вам отвечаю. Это самая лучшая игра, которую я когда-либо покупала. Короче, берите сразу три штучки такие и вот так вот запускайте их по спирали. Это реально очень круто. И сейчас я на самом деле уже достала эту штуку, но потом я ее убрала. Но сейчас я еще раз ее достану и покажу вам. Короче, это вот такая вот гравюра, картина. Там было очень-очень много. И прямо сейчас, пожалуйста, напишите в комментариях, сделала ли я правильный выбор, и выбрала бы я самую красивую картину-гравюру, какую бы вы выбрали. Напишите в комментариях. Ну, а моя вот с такими вот пеликанами. А где палочка? А скребочек находится вот здесь. Чё? Смотрите, что мне Денис написал. Валентинку. Кто распознает, что там написал, тот молодец, можешь написать в комментариях. Офигеть, круто. Блин, вообще класс. Короче, все, заканчиваем. Хочу поскорее все вам показать, чтобы потом просто везде скрипти эту картину. Реально будешь показывать, будешь скрипти? Да, буду. Отвечаешь? Так. В Инстаграм выложишь? Постараюсь. Итак, моя следующая покупка — это вот такая вот игрушка. Танцующая принцесса. Волшебный наряд. Я танцую под музыку, мое платье светится, вы представляете? Мне кажется, я просто ударила по куклу. Ты мне тогда подарил куклу. Да. А у меня вот такой вот человек. Ни одной у меня играет без кофе. Так, почему-то здесь опять-таки нужно все раскручивать. Ну, а Денис купил биты, и мы как бы вообще... На, все 100% вооружены. Просто, чтобы вы понимали, где стоят батарейки. В ляжках. Шок-контент. Я почему-то был уверен, что это говно не работает, как обычно, потому что это же фикс прайс. Ага. Солдат, бой! Братан, ты куда полез? Иди сюда. Сейчас принцессу сделаем ему. Ой-ой-ой. Пошла в пляс, смотрите, как все. Тормози, я думал, пьяная, смотри, без тормозов. Минус кукла. Это самое худшее, что я покупала без прайса, зря не говорю. Солдат, дай пять, солдат. Так расстроена, так хотела куклу классную, красивую. Опять какой-то... Ну, вы сами видели, что? Расстройство. Давайте смотреть, что у меня тут есть еще, да. О, смотри, я купила шмотку в фикс прайсе. Тебе, это что просто, ли? Это огромные штаны, просто чтобы вот... Вот, ну вообще, тут парани 50-го размера. Просто посмотрите, какие они огромные. Смотри, что купил. Я хотела тоже эту штуку взять, но не взяла. Правильно. В общем-то, вот такие вот штаны из фикс прайса. Буду гонять в них дома, они немножечко просвечивают. Я вижу через них камеру, но мне кажется, они супер крутые. И просто, когда ты хочешь расслабиться и одеть шаровары, это просто супер пушка. Мне кажется, они на тебя должны лезть. Показывай. Так, теперь... 2 hours later. Как ее собрать, не очень понятно. 6 hours later. Это полная писяу, дорогие дамы и господа. Ну, вроде бы я что-то там закрепила, но походу неправильно. Теперь беру шарики и куда-то они помещаются. Давай. Нифига себе. Но что хочу сказать, игра довольно-таки интересная, но что-то с ней не так, и нужно разобраться в самой этой конструкции, потому что она как-то немножечко хиленько собирается, что-то как-то там не состыковочки какие-то получаются. Вот такие вот интересные делишки. Давай смотреть, что дальше я купила. У меня есть вот такой вот чай Липтон, который я бы хотела вкусить прямо сейчас. А также у меня есть вот такой 3D-конструктор замок монстров. Я подумала, что когда у меня будет какой-нибудь челлендж, типа там 24 часа где-то, мне эта штука очень даже поможет. Я ее с собой возьму, здесь нужно все собирать. Короче, скоро Хэллоуин, через полтора месяца, и я думаю, самый сок. Как раз таки очень круто, будет весело и интересно. Я хотела вообще все 3D-конструкторы собрать, но этот был последний. Вот здесь, видите, есть все нарисованные
Вот такая вот интересная фигнюлина. У тебя что, все? Больше ничего нету? Реально? У тебя что, много там? Все. У тебя все? Да. У меня тоже все, слушай. Я же говорю, я как бы купила это немного, просто денег там много оставила. Все дорогое. Все слишком дорогое. Я не знаю, сколько стоила эта штука, но мне кажется, тоже все 200 рублей. Кто знает, напишите в комментариях, сколько это стоит. Нигде цена не указана. Но учитывая, сколько баблишка я потратила, мне кажется, она стоила 199. Ну что ж, дорогие друзья, не забудьте набрать 100 тысяч лайков, чтобы я проверила всякие разные штуки для волос из фикс прайса. Если вы хотите такое видео, напишите в комментариях, что конкретно мне проверить. И пишите в комментариях, пишите снова и снова, какие товары вам понравились больше всего. Те, которые Денис купил, либо же те, которые купила я. Ну а мы вас очень сильно всех любим. И надеюсь, что увидимся с вами совсем скоро. Напоминаю, видео выходят каждый день, так что нужно подписаться, чтобы смотреть их каждый день. После школы, перед школой, после универа, где вы там учитесь, работаете и так далее. Просто, чтобы поднять себе настроение. Но мы вас очень сильно всех любим и до скорой встречи. Всем пока. Пока.